Рыбацкий домик Евгения Додолева автоматически наполняется уютом, когда в кресле напротив такая гостья. Золотая девушка советского кинематографа Наталья Аренбасарова. Вообще казахи очень талантливый народ. Она с удовольствием обсудит с ним общее прошлое. Что вам нравится из его режиссерских работ? Министр кино выдавал деньги из своего кармана на бензин, чтобы мы могли выехать на съемку. И никогда не позволит поставить себя в неловкое положение. Люди вот вашего цеха, богемные, они все-таки должны позволять себе... Знаете что? Если я вас спрошу что-нибудь о балете, вы тоже, наверное, будете неграмотно выражаться. «Золотая рыбка» Наталья Аренбасарова. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:30 на телеканале «Москва. Доверие».